Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами сходим в тату-салон и делаем обзор студии. Поехали! Как тебя зовут? Узан! Меня зовут Зан. Приятно познакомиться. Ты знаешь мастера тату, верно? Да, я знаю. Где это находится? Идем. Нам сюда. Нужно подняться по лестнице. Добро пожаловать. Привет. Я Минь, владелец тату-студии Вигор. Сегодня я сделаю татуировку для Зана с фразой «Оставайся голодным, оставайся безрассудным». Теперь давайте выберем шрифт. Давай сделаем это. Сейчас будем свидетелями, как создается тату на наших глазах. Выбирается шрифт, и уже затем будет создаваться сама татуировка. Расскажите нам весь процесс создания татуировки. Вначале я выберу некоторые размеры букв и шрифт. Затем мы напечатаем это, чтобы выбрать наиболее подходящий размер и шрифт для клиента. Затем, следующим этапом, мы просканируем кожу и подготовим рабочее место. И такие предметы, как, сейчас покажу, чернила, иглы и тату-машинку. И само рабочее место. У тебя уже есть тату, верно? Да, есть некоторые. Сколько? Около 9. 9? Да. На спине? Хорошо, я тебе верю. Почему ты хочешь сделать новую татуировку? Я делаю новую тату, когда мне действительно, я что-то люблю, или то, что мне нравится. Я хочу запечатлеть это навсегда на моем теле. Не знаю, сегодня, возможно, какой-то случай, или погода, или знакомство с тобой повлияли на это. Я хочу сделать код на своем теле. Это код «Оставайся голодными, оставайтесь безрассудными». Это код Стив Джобса. Мне нравится очень сильно его энергетика и все остальное. Крайняя татуировка. Крайнюю татуировку я делал 3 года назад. На спине. Ты соскучился по боли? Может быть, соскучился по боли, по игле. Сегодня то время сделать это. Я думаю, многие люди, которые сделали тату на своем теле, не могут остановиться и хотят больше. И имеет место быть, многие люди так делают. Если говорить обо мне, я сделал на спине, может быть, сделаю потом на всю руку. Пусть идет все своим чередом. Если мне действительно хочется, я сделаю это. Действительно нравится, я сделаю прямо сейчас. Я хочу немного рассказать о процессе создания тату. Это специальная машинка-принтер для создания тату. Но она необычная. Это специальный принтер. Мы прикладываем скан, специальную бумагу, все это сканируется. Но обычная бумага не подойдет, нужна специальная бумага для сканирования. Я закончил эскиз татуировки для Зена. А теперь давайте немного погуляем и поговорим. Пойдемте. Это несколько моих фотографий с моими клиентами. Они со всего мира. Посмотри поближе. Скажите, как вас зовут и сколько вам лет? Я Мин, мне 34 года. Вы мастер тату. Сколько лет вы уже в этой профессии? Я тату-мастер с почти 10-летним стажем. Это ваша студия или вы снимаете в аренду? Вирго Тату – это моя студия. Почему вы решили стать татуировщиком? Я решил стать художником-татуировщиком, потому что эта работа похожа на рисование. Мне нравится такой вид работы. Когда вы проявили интерес, а в каком возрасте? Мне впервые понравилось быть татуировщиком, когда мне было 25 лет. Я тогда еще был студентом университета. Как вы учились? У вас был учитель или вы самоучка? Я начал изучать татуировку, придя в гости к другу. Он многому меня научил. После этого у меня появилось еще 2 друга, которые также были моими учителями. Но большую часть времени я трачу на самообучение. Что для вас значит тату? Для многих людей это просто картинка. Для меня татуировка – это не только искусство, но и культура. Она представляет культуру каждой страны, сообщество и опыт каждого человека в отдельности.
Вы помните самую первую тату, которую вы сделали клиенту? Что это было? Моей первой татуировкой была простая надпись. Клиент был очень доволен и познакомил меня со многими другими клиентами. Сколько существует стилей и в каком работаете вы? Есть много стилей. Я думаю, что в настоящее время все стили постоянно развиваются. А мой основной стиль – восточный. Хороший мастер должен сосредоточиться на одном стиле или нет? Татуировщик должен сосредоточиться на своем основном стиле, но при этом также изучать и другие стили, помимо своего. В каком возрасте можно сделать первую татуировку? Я думаю, что человеку должно быть не менее 18 лет. Если ваш ребенок в будущем захочет сделать тату, вы разрешите? И в каком возрасте? На данный момент у меня еще нет ребенка. Если мой ребенок захочет сделать это, он должен быть достаточно взрослым и хорошо подумать, прежде чем сделать ее. Но я позволю ему решить это самому. Нужно ли сделать визит к врачу перед тем, как решишься сделать татуировку? Я думаю, что людям с чувствительной кожей или психическими проблемами следует проконсультироваться с врачом, прежде чем идти к мастеру. Участвовали ли вы когда-нибудь в соревнованиях? Я присоединился к тату-конвенции в 2018 году. Как вы думаете, почему люди делают татуировки? Чтобы как-то выделиться из толпы или заявить о себе? Я думаю, что татуировка не должна выделяться, но это то, к чему люди стремятся, когда хотят эту татуировку. Потому что на теле может быть изображено все, что угодно. Какая у вас зарплата в месяц? Диапазон моего дохода зависит от каждого месяца и каждого клиента. Какая средняя стоимость паханоя? Стоимость татуировки зависит от уровня каждого тату-мастера. У вас запись на несколько месяцев вперед или можно прийти и сразу же сделать тату? Я думаю, будет лучше, если вы сделаете предварительный заказ, чтобы тату-мастер мог лучше подготовиться. Как выбрать мастера? На что нужно обращать внимание? Я считаю, что хороший мастер – это тот, кто может создавать свои работы и подсказывать своим ученикам, как развиваться в искусстве. Какое на данный момент качество оборудования в студиях во Вьетнаме? Большинство студий, которые являются профессиональными, полностью оборудованы, имеют многолетний опыт работы, могут гарантировать качество оборудования и татуировки. Бывают ли клиенты, которые просят свести тату? Есть ли у вас лазер? Остается ли шрам после этого? Нет, но много клиентов, которые хотят скрыть свои шрамы после того, как свели тату. Мы постоянно им в этом помогаем. Шрамы все еще там, но люди больше не могут их видеть из-за новой татуировки. Ну и расскажите какую-нибудь историю, связанную с клиентами, когда вы делали татуировку. Я думаю, это интересно. Сейчас пошел сильный дождь, поэтому историю надо рассказать немного в другом месте. Давайте отправимся куда-нибудь под крышу. В последнее время я делал немало работ для многих клиентов, в основном на семейную тему. Есть одна татуировка, очень сильная. Клиент сделал тату, на которой она держала руку отца, когда он умирал. Начинается дождь, так что давай быстренько вернемся в мою студию. Окей, let's go. Ну что ж такое, никак с погодой не везет. Постоянно. Как я иду снимать видео, идет дождь. Не каждый раз, конечно, но частенько такое бывает. Но это не означает, что нужно все отменять. Давайте будем ждать, когда будет хорошая погода. Да, хорошая погода когда-нибудь, конечно, будет, но ждать нельзя. Я снимаю тогда, когда хочу снимать, независимо от погоды. Окей. Да. А сейчас мы будем с вами смотреть студию. Окей. Давайте откроем для себя тату-студию вместе с нами. Студия два основных цвета. Темно-зеленый и красный. Мне нравятся эти цвета, потому что красный цвет ощущается как свежесть. А зеленый заставляет чувствовать себя уютно как в азиатской, так и в европейской архитектуре. Медный цвет кажется классическим, а мне очень нравится классический стиль. В студии есть зона уборки со стерилизующим оборудованием, такими как автоклав. К сожалению, в большинстве тату-салонов в Вьетнаме нет автоклава, хотя он крайне необходим для гигиены и татуажа. Далее идет зона проектирования. Я обычно делаю дизайн для клиентов здесь, соответственно с их запросами. Создание макета – интересная часть. Это район тату-станции. Есть два рабочих места, на которых одновременно могут работать два мастера. Чернила, стерилизованное оборудование всегда используется только один раз. Это важно. Это тату-машинки и первоклассные иглы. Тату-машинки хранятся в чистой среде. В этом отделе у нас
тату краски. Такой вот аккуратный. Это некоторые из моих дизайнов. Я также вешаю дизайны от моих друзей. Это мой основной стиль, восточный, подходящий для клиентов, которые нравятся духовные ценности и рассказы об азиатских традициях. А это стиль моего друга, новая школа. Вот несколько флеш-дизайнов, которые мне нравятся от других художников. Здесь тоже много рисунков, дизайн, который я сделал для моего клиента, дизайн от другого художника. И в ближайшем будущем будет еще много других. Вы будете наслаждаться прохладным ветерком и расслабляющим видом. Это поможет, ведь делать татуировку будет немного болезненно. Yeah, it's beautiful view. Красивый вид. Это мой инстаграм, где можете увидеть больше моих дизайнов и работ. Алекс оставит ссылку. Я буду очень рад, если вы зайдете и ознакомитесь. Окей. Здесь я работаю не один. Есть другой тату-мастер. А это мой помощник. Всем привет! Меня зовут Энн, я ассистент Virgo-студии. Рада вас видеть здесь. Сейчас мы немного проголодались и увидимся после ланча. Окей, let's go. Yeah. Что вы обычно едите? Вокруг нашей студии очень много вариантов уличной еды. Бунфо, бунча и многие другие. Мы подходим к кафе, людей немного, но это даже хорошо. Сейчас нас уже зазывают, вообще позитивные такие люди. Мне нравится. Я не знаю, что это за магия, но... Знаете, позитивные люди притягивают позитивных людей. Есть такой момент. О, она прям здесь поставит стол. Здесь нормально? Да, но может быть скоро пойдет дождь? Может быть. Они сейчас все подготовят. Сейчас нам выдвинут крышу. Все для нас, как говорится. Мы заказали бунча. Я уже это ел много раз. Но... Мне это нравится, поэтому сейчас вновь буду наслаждаться этой вьетнамской едой. Уже в новой для меня компании. Новые люди, это вообще замечательно, новые знакомства. И вы знаете, знакомство не просто с людьми, а с мастерами. Это вообще многого стоит, быть в одной компании с такими людьми. Yes, thank you. Thanks a lot. Cheers. Мы поели, и сразу же пошел дождь. Причем дождь такой достаточно сильный. Придется быстренько возвращаться в студию, пока не промокли. Сезон дождей, поэтому практически каждый день. И сейчас еще не такой сильный. Бывает так, что стоит стеной. Это хорошо, когда есть вот такие вот навесы сверху. Можно постоять, подождать. А бывает так, что вообще ничего нет, и зонтик забыл. Дожди действительно сильные, и лучше укрываться где-нибудь, потому что может что-то прилететь слева, справа. И вы знаете, как только во Вьетнаме начинается дождь, сразу они все так быстренько начинают бегать, суетиться. Но это правильно, потому что здоровье и вообще жизнь превыше всего. Сейчас они выбирают размер, какой будет смотреться более красиво. И главное, чтобы это нравилось именно заказчику. Все-таки мы понимаем то, что это на всю жизнь. Конечно, тату можно как-то свести, но тем не менее, все-таки, когда человек делает это, он думает, что это на всю жизнь. По сути, так и есть. Мало кто в итоге прощается с этим, а оставляет на всю жизнь. Я думаю, вот этот размер. Размер вроде бы выбрали, теперь будем следовать дальше. В начале сеанса татуировки мы протираем стол дезинфицирующей жидкостью. Во время этого процесса я всегда должен быть в перчатках, чтобы предотвратить перекрестное заражение. Сейчас я покрою стол нейлоном, чтобы кровь не попала на стол и другое оборудование во время тату-сессии. Это серьезно и важно. Я также заверну бутылку с зеленым мылом. Нужно использовать ее, чтобы протирать, когда я делаю татуировку, и следить за тем, чтобы бутылка оставалась чистой после каждого сеанса.
Теперь я закрою ручку лампы, чтобы можно было регулировать свет во время сеанса. И оборудование полностью закрыто, даже мой телефон, потому что я использую его, чтобы увидеть дизайн во время татуировки. Это защитит меня и клиентов. К сожалению, существует так много тату-студий, которые не заботятся о рисках заражения и могут нанести серьезный вред клиентам. Такое бывает. Сейчас просканируем. Давай, снимай рубашку. Ладно, тебе стоит встать, так будет проще. Теперь мы просканируем эти две позиции на тыльной стороне обеих рук. Оставайся голодным слева, будь безрассудным справа, верно? Обрабатывается спиртом. Небольшая царапина у него здесь есть. Начинается сам процесс. Первые шаги. Некоторое время, чтобы отсканировать до окончательного успеха, требуется время. Сейчас они выбирают, где будет какая надпись, потому что можно перепутать, и все. Как я понимаю, тут все на глаз, но у мастера уже есть немало опыта, поэтому он четко прикладывает. На самом деле сегодня изображение достаточно простое. Надпись. Пытаются выбрать точное место расположения последние примерки перед нанесением. И все-таки это, как я уже сказал, это просто будет надпись, но процесс все-таки непростой и нужен профессиональный подход. Мастер увидел то, что по расстоянию немного выше, поэтому нужно все это убрать и заново. Хорошо, когда на данном этапе увидели несостыковки, и сейчас легко будет все это поправить и начать работу. Окей. Я буду использовать 100% оригинальные чернила для татуировки. Начинаем процесс. Зен, что ты чувствуешь? Как в первый раз. Даже если есть много тату, но ты давно не делал и делаешь новое, это как первый раз. Чувствую и немного нервничаю, совсем немного. О чем ты думаешь, когда идет процесс? Когда делаю тату? Да. Много всего. История, жизнь, любовь, друзья, девушки, абсолютно все. По шкале от 1 до 10, насколько ты чувствуешь боль? Около 5-6? 1000! Вначале это не так больно, но моя память, когда близко к завершению, очень больно. Сейчас хорошо, только начало. Сколько часов вы делали прошлые татуировки? 5-6 часов, может дольше. Ты никогда не жалел о том, что сделал тату? Никогда? Никогда. Это память. Я скажу один секрет. Обычно самые первые тату получаются не очень хорошо. Да. Но все еще есть шанс. Мы можем исправить. Я уже менял некоторые. Если первые не очень, я отредактирую ее. Во сколько ты сделал первую тату? 21-22 года. Давно было. Сколько тебе сейчас? Угадаешь? Я не знаю. Может быть, 35? Угадал. Да, 35. Зен, скажи, что ты сейчас чувствуешь? Окей. Немного болит, но после завершения я счастлив. Я очень счастлив. И я очень доволен, что знаю такого мастера. Для меня тату — это неплохо, это красиво, а также оставить на память. Вы можете сделать лучше, например, цветы. Поэтому, если у вас есть идеи или вопросы, не тратьте время, приходите в студию. Не обязательно сразу делать тату. Просто перенесем вашу идею на макет, и все. Спасибо. Меня зовут Мин, и это моя студия. Спасибо за просмотр видео. Если будете в Ханой, заходите. Мы всегда всем рады. До новых встреч!